Всем привет! Сегодня бритье такой бритвой. Wait and butcher. Wait and butcher. Тоже 7 восьмых, но другая вот эта вот. Другая гравировка у нее. И вот эта вот она, мне так кажется, более древняя, чем вот в прошлый раз была. Вот, клин. Тоже замечательная бритва. Рок. Оригинальная. Кстати, рукоять. Ну, перепиновывал, правда. Вот, вот такая вот. Красавица тоже. Вот одна из первых моих бритв. Wait and Butcher,
Еще раз вот стрелочка, маркировка. Значит, что могу сказать? Опять повторюсь, как в предыдущем бритье. Значит, великолепнейшее, мягкое, чистое бритье. Великолепно. Вот сегодня вот аккуратнее побрился, шею не порезал. Вот здесь вот все как бы нормально прошло. Вот. Значит, что я хочу сказать по поводу бритвы. В прошлый раз, ну, тоже была великолепная бритва. Может быть, слегка агрессивная, более агрессивная. Вот. Но тоже достаточно мягкая. Она еще чище этой там бреет. Единственное, что, ну, здесь вопрос задавали, я говорю, комфортабельно, комфортное, вернее, бритье, там все мягко. Вот, и мне вопрос, а как же ты вот здесь вот это вот порезался? Какой же оно комфортное? Но суть в том, что порезался как? Это же не разрез такой сделал. Вот, это слегка придавил лишку. То есть сегодня я специально постарался, но совершенно мягенько. Вообще при правке на ремне, при заточке на камнях, при бритье есть одно такое главное, одно из главных правил. Не дави. То есть совершенно легкими движениями, не вдавливая в кожу. Но вот иногда где-то, я не знаю, под коркой есть, что чуть-чуть придавишь, оно... Это действительно так и физически. То есть вы чуть-чуть придавливаете, бритва глубже как бы вот этот вот волос поддевает, и бритье даже еще чище получается. Но здесь такой момент есть. Значит, вот когда вы совершенно вот так вот без давления, вот прям по поверхности, значит, бритва делает легкий пилинг, вот это вот, снимает старую кожу слегка, и все, не более того. Значит, как вы чуть-чуть начинаете давить, бритва, если очень острая, сталь хорошая, она начинает уже вот живую кожу чуть-чуть срезать, вот как бы пластик. Но это на микроуровне, не так, что она шкуру срезала. Вот. Она просто начинает уже... Больше, то есть старые вот этой вот чешуйки кожи она при легком удаляет, они отлетают. А чуть-чуть при давлении она начинает кожу, да, слоями. Поэтому тут это не огрехи бритвы, это больше мои технические огрехи вот были. Если я придавил и кожу снял, ну да, ошибку, да, ошибку сделал, ошибочку, вот. Вот, сегодня я, ну, специально как бы так аккуратнее, чтобы... Ну, в общем, замечательный батчер, как и старые все англичане. Очень мягко, очень комфортно. Все, всем пока, до новых встреч.